Всем привет, дорогие друзья! С вами просто Сталин. И сегодня мы будем играть в игру под названием Hard On. Что есть тут такой скин? Вот один просто Сали. Просто Сали это я. Да, я не знаю, что я буду ехать. Жесики. Надо было сказать. Еще такие смайлики. Очень много. Они меня вообще не найдут. Это было близко. Все они, ой.
кстати, есть одна важная новость. Короче говоря, я обратно скачала Romance. Если вы хотите, мои подписчики, какие-то видео, чтобы я сняла, ну, хуйню, в это, и название сервера введите, я постараюсь вам снять. Да. И если что, короткие видео там по мелочи, кто знает какие-нибудь эти персонажи еще пробую. Небольшое короче сообщение. Да, он, конечно, долго мне искать будет. Меня заметил.
Да, прятаться, конечно. Просто не пустую. Свечки. Здесь не одна. Блин. Мне с игру ничего не ставит. Еще одна мечка. Какие-то разработчики смотрят, то как-то просто зашибись. Thank you.
Блин, пару секунд не хватило. Меня опять выкинуло. Почему я вот не люблю новые игры? То, что он покупает. Так, шучу. Так, я сейчас через пару минут к вам приду. Вот все. Короче, меня там родители позвали. Блин, ну опять убили. Короче говоря, мне выпала реклама. Thank you.
же ты стали с этим гранитом? Плачь. Ага, да-да. Всё, всё. Я не послушаю, не догадаться. Одни умирают, другие возрождаются. Осталось три врага. Теперь три охотника, два этих. Жива. Вообще-то в эту игру играем. Три года. Жизнь будет на земле.
Ого. Короче. О. Я зла. Это вот как бы не увидит. Килька. Фули про генгасе вот и пилотек. Так, у меня тут Dancing Fox, я и пицца. Съели. Блин. Что, не поймешь? Фон. Что ты? Логично. Просто не пойму, где. Предмета и для охотника. Кого можно получить большую ключу? Предметная какой-нибудь ключи. До свидания. Ой.
Не, ну просто он там спрятался, делал. Здрасте! Пинцет. Прости. И сюда. Ничего себе, так сильно. Значит, мы бежим вот этот район. Стоит тоже стакан. Чем? Thank you.
Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока, приятного вечера.